Всем привет! Это моя самая первая премьера на канале. Сегодня я буду проходить вот эти две карты в поисках вкусного чая Part 1 и в поисках вкусного чая Part 2. Я их только что прошел, потренировал. Сразу скажу, вторую часть я проходил прям очень долго. У меня где-то где-то сотню раз. Последняя часть, сразу говорю, это полная жесть. Первое, это еще. Ладно. Давайте, короче. Будем проходить все на обычной сложности. Сразу говорю, автосохранения тут не будет, кроме самого начального, поэтому я буду самостоятельно их сохранять вот этой кнопкой. В общем, суть начинается с того, что мы попадаем сюда. И собираем. Ну, естественно, собираем все это. Берем револьвер и бензопилу. И тут же начинается гача. Вот, зарубим. Все, я их всех убил. Сразу говорю, не пытайтесь залезть вот сюда, потому что... Давайте сейчас сохранимся. Бамс! Все. Там есть типа шипов, которые убивают, если встать на эту платформу, поэтому... Становимся сюда и все. Сразу говорю, никаких секретов тут можно и не ждать. Они появятся только во второй части, то же самое с сюжетом. Так, походим сюда и... Давайте сперва поизбиваем этого рептилоида. Да добейся, ты уже все добил. Так, прыгаем по этим штукам. Лол. Опа. В лаву прыгать даже нет смысла, оттуда не выбраться. Я, если честно, в эту лаву никогда не падал. Да и боюсь представить, что будет, если не упасть. То ли мгновенно сдохнем, то ли постепенно. Бочка бас колбасит соло, бочка бас колбасит соло, бочка бас колбасит соло, колбасер по пояс голый. Ладно, не важно. Оп, пача. Так, сначала нужно идти в эту сторону, потому что там есть кое-какой ключ, ведущий в другую зону. В другую комнату. Кто там хоть? Иди сюда. Опа! Все, камикадзе. Блин, вот бесит такие враги, которые из темноты вылезают. Вот сюда. То тут особо ничего такого и нету. Ладно, давайте берем дробовик и наверх. Еще. Там будет один рычаг, с помощью которого можно попасть на ту сторону. Но он не нажимается дважды, потому я не должен буду упасть, если на него нажму потом. Короче. Нажимаем на этот рычаг и никуда не сваливаемся. Вот двигается эта платформа. Не понял. В смысле? Это там что, еще надо будет что-то нажать? А, блин! Я забыл про вот эти вот рычаги. Я про вот эти рычаги забыл. Я когда проходил, я, блин, тупо чит-кодом воспользовался. Я забыл про вот эти вот рычаги. Ладно, теперь вспомнили. Мы теперь вспомнили про все это. Так, ищем еще рычаги. И от каждого такого рычага появится немножечко врагов. Скелеты, нары, все как всегда. Битвы бодрые. Ну, для нубов они бодрые. Так, стоп, стоп, стоп. Нахрен иди. Я сказал нахрен иди. Все. Так. Ком.
Не знаю, возможно, можно и допрыгнуть. Но кое-что поищем третий рычаг. Возможно, он тут будет, а возможно и нет. Блин, я забыл. Я давно в эту карту не играл из... Ну, по-нормальному. Я давно в эту карту играл. Блин, я не вижу тут никакого рычага. Ну, кажется, туда можно просто допрыгнуть. Вот сейчас посмотрим. Блин, ща. Так, ладно. Да, реально можно допрыгнуть. Все, мы в комнате, должна появиться какая масочка. Но пока мы не нажмем на рычаг там, это тут не появится. Поэтому пошли туда. Нажмем на рычажок. Это опять же темная комната. Давайте сейчас возьмем бензопилу, чтобы было прикольнее. Давай, нажимаем на рычаг. Смотрим катсцену, хотя нафиг мне ее смотреть. Вот серьезно, нафиг мне ее смотреть. Ладно, если кому интересно, то посмотрите. Что? Видите эти зеленые глаза? Это гнары! Давай сейчас залагим их всех на себя. Иначе... Давай, рубим. Рубим их. Все. Я не знаю, пользуются ли чит-кодом сейчас, но... Это 3 дауна. Это, по сути, мои одноклассники. Они меня сейчас зарежут, это самые тут опасные противники в начале уровня. По крайней мере, самые опасные. Давай. Всё. Так, стоп. Надо сохраниться. На всякий случай надо сохраниться, чтобы мне пришлось с самого начала перепроходить уровень. Вроде бы все. Надо прям с самого края прыгнуть. Все, взяли маску милосердия. И прыгаем назад. Все. Теперь идем туда же, откуда мы и пришли. Так, сейчас. Угу. Банкс. Опа. Опа. Опа, все. Я не знаю, что мне делать с 19 хп, хотя... Хотя... Сейчас установим хп и пойдем обратно. Все, хп мы восстановили, и теперь идем обратно. Потому что зачем я восстановил хп? Потому что в том коридоре будет ожидать нас злобники, такой враг и опасный. И если не прятаться за теми колоннами, можно отхватить большое количество нулей. Поэтому я восстановил типа хп. Думаю, вы и без меня это поняли. Привет, арахноид. Тараканчик-то мой, скорпиончик. Куда мы отправлять собрались? А? На тебя. Прям в сердце дробовиком. Вот эта часть, она не менее легкая, она не менее тяжелая. 3 долбанных быка. Да и причем место для них довольно маленькое. Если правильно не проходить,
если это правильно не пройти, то все. Считайте, что вы заруинили натурой. Не знаю, что если попробовать их бензопилой так порубить? О! От этого эффект гораздо лучше, блин. Так, вот сейчас. Камикадзе, идите вы в жопу. Теперь скелеты. Побежали, дорогие друзьяшечки мои. Бум! На тебе, все. Идем теперь мы вниз. К еще одному, блин, опасному врагу. Не знаю, будет ли сейчас сохраниться. Хотя, ладно, давайте сохраним сейчас. Быстрое сохранение. Вот, привет. Ах, блин, понял же. О, видали, насколько монстр-то опасный? Этот монстр реально очень опасный. Видали, мне 40 хп снес. Двумя шарами. Окей, ставим сюда эту маску и смотрим. Окей, надеюсь, я выживу при спуске вниз. Все, спустились мы. Спускаемся. Рычаг сломался. Опа. Опа, опа, па-па-па-па-па-па-пам. Все, пробили. Врагов-то не так уж и много напало. Э! А там-то пропасть. Не советую туда идти, чтобы не проехать. Ну, думаю, это понятно всем. Так, куда идти теперь? Я точно помню, что на одной стороне там завал. О! Не, не надо туда идти пока что. Пока что туда идти не надо. Там ловушечки. И лучше уж набраться хилок. На всякий случай. Короче, давайте сначала пройдем вот эту часть, а потом уже остальное все. Сейчас нападет прям дохренище врагов. Сколько там их осталось? 66, блин. Я убил 66 врагов. И оставшиеся, блин, тут сейчас нападут. Короче, давайте наберемся хилок. Берем рычаг и все. Нападают! Нападают террористы! Безголовые террористы! Безголовые в прямом смысле. Вы вообще видите, сколько вообще нападает? Их тут нападает полная жизнь. И использовать бензопилу я не советую, потому что камикадзе они взрываются сразу после смерти, а взрыв наносит урон. И тем самым вы сольете себе всю хп. Поэтому лучше дробовик. Он хоть и малоэффективен, зато больше шансов выжить. А если патроны кончатся, о! А если патроны кончатся, то блин, берите револьвер и вот так вот стреляйте все. Они там еще нападают. Так что не расслабляйте свои пулочки, если попадете на это место. Их тут реально много. Все, у меня сейчас высокий риск сдохнуть. Наверное, надо было сохраниться. Хотя, ладно, давайте сейчас сохранимся на всякий. А, так это уже был конец. Ладно.
В итоге я похилился всего на 25. Ладно, пошли уже туда. Единственное, что тут легко проходится, это вот эта часть. Остальное это полная жесть. Полный кошмар. Нажимаю на этот рычаг. Ой! Я затупил слегка. Все. Туда можете не идти, там ничего такого интересного не будет. Оп! Я до сих пор не знаю, как это возможно спокойно пройти. Ну ладно. Короче, я так понял, нужно просто спокойно... Какой спокойно? Быстро надо пробежаться. Блин, кому вообще... Кому вообще понять, как это возможно пройти без чит-кода? Как это возможно пройти спокойно без чит-кода? Вот серьезно, вот как? Вот как это? Я до сих пор не знаю, как это возможно. Не знаю, если я сдохну еще где-то раз 5, то я точно воспользуюсь чит-кодом, потому что иначе это невозможно. Я до сих пор не знаю, как это возможно там пройти. А, все, ой, блин! Надо было еще и туда смотреть. Все, ладно, давай. О! Опа, 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 можно было вот так. Видите, можно было вот так вот сделать. Оп. Тяни. Это уже тупость. Это уже тупость. Серьезно. Да ё-моё, за что? Не, я не знаю, что делать. То ли пользоваться чит-кодом, то ли не пользоваться. Там еще сложнее будет. Во второй части будет еще сложнее, так что не стоит расслабляться. Короче, все, пофиг, я пользуюсь на следующий раз чит-кодом. Да, все. Все, я точно пользуюсь чит-кодом. Сами, короче, думайте, как это пройти. А я пользуюсь чит-кодом. Попробуем сейчас посмотреть, как это все делать. Не, я ни хрена не запомнил. Прям вообще ни хрена. Ну ладно, короче, все. Дальше там никаких ловушек не будет, это уже конец уровня. Как-нибудь вы можете додуматься, как можно пройти вот эту часть спокойно. Ай, стой, давай, нажимайся. Опа! Вот что. Попадаем сюда. Туда тот самый завал. Там ничего нету. Можете даже не пытаться посмотреть, что тут. Серьезно. Кроме звука ходьбы по доскам, тут нифига нету. Короче, идем сюда. И там будет конец уровня. Ого, сейчас как 10.6. Все. 321 враг из 330 я хз, где 9. Ноль секретов. Все, время ровно 15 минут. Круто. Теперь вторая. Вторая часть. На ней я буду страдать не меньше. Последняя часть. Ну, предпоследняя, не последняя, это полная жизнь. Я на них сдох по 50 раз где-то. Тут уже сюжет появился. На двух местах там определенно придется воспользоваться чит-кодами.
Окей, кажется, Линдона наконец закончится. Что не может не радовать, верно? Однако меня немного напрягает вибрации, исходящие из-под земли, словно мы сидим на огромном вулкане. Да и тлава, стекающая, тоже выглядит мало дружелюбной. Надо драть когти, желательно наверх. Благо, что по надписям на стенах мы движемся к поверхности. Что за надписи на стенах, я не знаю. Теперь просто посмотрите. Врагу 1136, секретов 4. Вот тут так сразу бензопила. Берем бензопилку, она нам очень пригодится потом. В некоторых местах она пригодится. Идем наверх. Музыка как в уровне Яма. В оригинальном ТСЕ. Судя по этим серьезным мерам защиты, моя очень не хотели, чтобы сюда или туда кто-либо посторонний проникал. Можно найти способ открыть эти ворота. Подойдет что-то вроде одного-двух рычагов, которые ты привык дергать. Удачи! Ах да, судя по стрекотанию сверчков и порывам ветра, мы действительно вот-вот выйдем наружу. Наконец-то, а то у меня уже начинается клаустрофобия. Да, искусственный интеллект ее тоже испытывает. Да ну нафиг. Кстати, в смысле клаустрофобия? Тут же вот. Так, револьвер. И дробовик. А теперь идем туда. Там хоть врагов не было, вот тут они будут. Не советую, если что, прыгать, потому что шипы. Поэтому вот так. Так, ну, окей. Все, короче, берем огнемет, нажимаем на эту кнопочку и начинается. Жабы и скелеты. Описание этих врагов вы можете посмотреть в моем прохождении оригинального ТСЕ. А сейчас я их не буду показывать, так как мы это уже все видели. Хотя я это еще показывал, когда проходил карты, обычные такие карты для ТСЕ по типу Holy Grail, Святой Грааль, две части. Думаю, я сейчас сдохну. Еще там какие-то золотая чаша от Сириус Дэна. О, все. Ну, короче, там я оставлял описание этих врагов. А сейчас я их не буду показывать. Вот это я до сих пор не запомнил, как проходить нормально. Как надо правильно наступать на эти плиты и прыгать. Чтобы остаться, блин. Ай! Бесит. Вот реально, пипец бесит. Так. Вот эти фонари, они... Пипец, как бесит. Вот стоит только на них напороться, и все. Начинай прыгать заново. О, все, давай. Блин, за что? Ну почему я не так прыгнут, а? Так. Опа. Теперь, оп. Блин! Твою налево! Ну почему я не сохранился? Я сейчас буду себя корить. Или что там, казнить как-то, я не знаю. Короче, я дебил. Ну почему я не сохранился там? Алло. Ладно.
Наверное, надо прям сразу же идти туда. Хотя, не-не-не-не-не, лучше уж взять вот это начало. Потому что это основные такие оружия, которые обязательно пригодятся в начале, блин, игры. А так они бесполезны. Давай заново спускаемся сюда. И вот сюда. Все. Так. Вот теперь сразу же. Быстро сохранение. Все. Нормально. Я потом уверяюсь, я очень потом задолбаюсь постоянно нажимать на кнопку там загрузка, убирать сохранение. Я уверен, я потом задолбаюсь. Смотрите, так как я сейчас снимаю в 11 вечера где-то, то я засниму сейчас часть от всего этого полного прохождения, а остальное я досниму утром. Так что не удивляйтесь на то, что тут опять будет бандикут, да ё-моё. Серьёзно, не удивляйтесь, что тут опять будет бандикат. Или бандикут. Не, бандикат лучше. Лучше же говорить бандикат. Кат правильно читается. Серьёзно, не удивляйтесь, что тут снова будет бандикат. А, ну еще потому что мой, блин, брат очень любит мешать мне. Что без бандиката ни одно нормальное видео по Сэму не будет. У меня сейчас весь напалм кончится. Не знаю, перейти ли на револьвер. Вот это. Больше всех вот так зарубим. Все. Так, все. Теперь тут сохраняемся. И теперь все будет окей. Так. Прыгаем. Блин. Ну почему? Так, календарь. Переверну. Не, у меня сейчас, кажется, скоро будет нервный срыв. Потому что я, когда проходил эту карту, я очень много бесился из-за того, что какие-то части невозможно было пройти нормально. Из-за этого у меня часто был нервный срыв. Да ё-моё, ну блин! Давай. Это как раз таки одна из тех самых частей. О господи, наконец-то! Лежит рядом телефон, там звук включен, поэтому уведомления я меня бесят. Да ёпрзате, ну... Разрубить бы все эти пружи, все эти прыгы, платформы батуты и нормально потом допрыгнуть. Ууу, блин. Ууу. Опа! Да наконец-то, боже! Сколько там времени? 22:37. Ну, окей, если я буду проходить как проси, то я, возможно, полуночи досниму.
Надо, чтобы все в памяти осталось. Так, лестница. Надо по ней забираться. И тут, кстати, будет первая секретка. Сейчас. Опа! Найден секретный шлем. Добираемся теперь до конца. Сразу говорю, она тут большая, эта лестница, так что идти придется долго. Ну, где-то минуту, полминуты где-то идти. Все, все, мы выбрались. Мы выбрались. Так, все. Пошли. Вторая секретка будет на улице. Вам на вам, зорги, наемники. Бежим, забираем все это. Вон там выход, а там шипы. Не верите, что там шипы? Окей, сейчас посмотрим. Опа, шипы. Блин, мне забавляют эти статуэтки змеиных голов, они так угарно выглядят с этими двумя языками. Все, выбрались мы, короче, отсюда. Закрытый дворик. Отлично, вот и поверхность. Свежий ночной воздух, сверчки и тишина. Гнетущая тишина, я бы сказала. Зная привычку монстров Метова нападать из-под тишка. Судя по результату сканирования, этот двор зациклен сам на себе, и я совершенно не вижу какого-либо хода, который куда-либо ввел. Думаю, стоит осмотреться повнимательнее, найти способ попасть в другую часть этого городка. К слову о городке. Похоже, мы попали в тот самый легендарный город Чая, который находится где-то в перуанских горах. Я не знаю, существует ли это на самом деле, и существуют ли вообще эти перуанские горы. В общем, до современности он не дожил, я уничтожил извержение вулкана, а мы в прошлом, значит. Но камни говорят, что город был действительно настоящей жемчужиной этих гор. И если я правильно понимаю, то именно в нем должна быть легендарная пирамида бога Чая. Значит, выходим отсюда. И сохранение. Окей, пошли. Враги уже наступают. Нары нападают, скелеты набегают. Ракетчики стреляют, камикадзе меня взрывают. Жизнь Сэма точно не пощадила. А в принципе забавно. Нары набегают, скелеты паляют. Ракетчики стреляют, камикадзе взрывают. Не, стих из этого не получится. Поэма о жестокой войне. Это не получится у меня. Я не поэт, так что у меня дар сочинять стихи отсутствует вообще. Что с этим дауном делать, я не знаю. Я предлагаю, короче, спрятаться вон там, где он нас не достанет. Вот тут. Кстати, тут спавнер врагов. Я когда проходил, это вот тут спавнили враги. Что сейчас делать с этим петушком? Не знаю. Ой, как потрясающе-то, а? Нет, иди в жопу. Полегче, 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 народ, полегче. Огонька хватит на всех. Прекратите вы. Нет, шли. Бензопила. Дружба решает. Бамс. Наверное, слишком громко сейчас. Что есть, то есть. Я переснимать не буду. Потому что, по-моему, это нормально. Ой, блин. А, все окей.
Ух, все окей. Я это с первой попытки прошел. Что странно. Но тут ничего интересного, если что, нету. А тут-то будет потом кое-что прикольное. Давай собираем. Собираем. Надо собрать все наше ХП. Ну, почти до максимума. Все. Тут еще скелет где-то будет. Вон там. В общем, по ходу прохождения уровня... Во! А по ходу прохождения уровня буду тут все объяснять. Биомеханоиды. Пресь. Здрасте, мордасти. Какого хрена... Кто играет серьезный Сэм, тот в лицо вам даст без проблем. Я это в ТикТоке, если что, увидел. Знаете, я не ожидал в ТикТоке увидеть мем по серию Сэм. Так. Так, вот тут точно надо сохраниться. Потому что тут война, если что, тяжеленькая. С этими камикадзе. Так что достаем напалм и сжигаем этих тварей. Я тебе. Вот тут еще будет секреточка. Да заткнись ты! Тут-то сразу говорю, ни хрена нету секретки. А вон там будет. Сразу говорю, это яма. Смертная яма. Если вы туда пойдете, то вы сдохнете. Я проверял это. Джонни, они на деревьях. Секретные гнагуки. Давай. Убиты все секретные гуки. Уже нашел половину всех секретов. Понравилось. Окей, я сейчас докажу, что эта яма опасная. Все. Мы там сдохнем. А по-моему, это то самое место, где был первый рычаг. По-моему, похоже. Окей, нажимаем на рычаг и идем назад. Куча долбанных ракетчиков. А кто еще, возможно, камикадзе, я не помню. Я это место вообще забыл. Хоть я перепроходил эту карту, я не помню этого места. Не, ракетчик. Не, тут только ракетчики. 2, 3, 4. Все, теперь мы можем войти вот сюда. Так. Вот тут надо обязательно сохраниться. Так. Вот эти патроны, они тут на пуле. Они будут бесполезны прям до конца этого уровня. Так что не знаю, то хорошо, что вы их подобрали, то ли зря. Так, берем элемент питания. Межгалактическое, ружье. Вот оно. Берем и начинается рубилово. Давайте сейчас до сохранения. И начинаем их рашить. Русские не сдаются. Русские отстаивают за свое. Я одолею этих врагов с помощью лазерного ружья. Блин, я не поэт. Я пытаюсь придумать что-то в рифму, но ни хрена не получается. У меня нету бары красноречия, блин.
чего-то там еще. У меня нет вдохновения, чтобы писать эти стихи там о жестокой войне. Не настоящей ВОВ, а в виртуальной войне. Блин, господи, спасите. Я сейчас сойду с ума от этих попыток нормальный стих написать. Так, тогда будете. Мне сейчас показалось, что камикадзе сзади меня был. Так, сдохните уже все там. Оп! Больно такая, алло. Камикадзе, вы что так больно бьете? Господи, да успокойтесь вы. Еще лучше. Ой, я случайно. Я случайно тогда консоль открыл. Уже опять. Опять камикадзе очень сильно. Где они там? Наверное, они все хотят подобрать тульский пряник, который я припрятал. И сейчас броню у себя. Я анонимус, не пытайтесь отобрать мне этот тульский пряник. Я жру тульский пряник. Не шучу, я жру сосиску в чистя. Окей, берем дробовичок. Наш старый любимый дробовик. И идем. Где они там орут? Где они там, блин, орут, я не понимаю. Они что там где-то орут? Я хз. Так, ну кого там еще принесло? Странные плиты. Похоже, это тот самый ключ, который мы искали. Попробуй нажимать на них и посмотри, что произойдет. Вот тебе подсказку, которую я заметил, начертанную на каменную бошку. Правый бок верен 3 раза, левый бок верен 3 раза, центральный лишь печать несет. Печать несет. Но я так понял, надо нажать на правую кнопку 3 раза и на левую кнопку 3 раза. Среднюю вообще не трогать. Раз. Все. Удивительно, я на левую нажал только 1 раз. Давай, идем. И тут открылся проходик. Заходим вот сюда. Угу. Спасибо. Сейчас будет одна из самых жестких частей на этом уровне. Из-за уровня звездных офицеров я и ненавижу этот уровень. Потому что они прям по 5 таких лучей выпускают, которые в разные стороны летят, видите. И они прям в большом случае могут залететь и ранить. Они там где-то по 10 наносят. А это, знаете ли, не маленький урон. Это прям большой. Ну, на последней арене их там, знаете, их там до хрена. Там несколько сотен, и это может... Хотя, пол может. Это доставляет прям очень много хлопот. Что? Ну, что, убивать быстрее. Ух, блин, я их всех спалил. Кстати, есть еще вот такая вот фиговина.
Сейчас. Смотрите. Хожу и... Сдохли от огнемета. Окей, выходим вот сюда. Тут будет часть, которую я ненавижу. Опять же. Часть, которую я ненавижу. Странные толчки. Вау, я иногда поражаюсь накалкой народов Южной Америки. Сделать проход внутрь прохода — это просто взрывает мне мозг. Впрочем, мы уже не такое видели. Когда ты вышел из туннеля, я почувствовал толчки, идущие из-под земли. И мне они явно не нравятся. Ведь из-за них, похоже, обрушился туннель, ведущий напрямую к центру города Чай. Теперь придется искать обходной путь. Будь аккуратен и поторопись, иначе мой процессор не выдержит отверстия купально-лавового сезона. Если чё, он вот тут. Слушайте, а Гоша сейчас посмотрим, что за ним. А тут, тут нифига. Вообще нифига. Так что, нифига тут нету. Дальше. Зачем я хоть это взял? Надо сюда идти. О! Тут часть славы. Тут сейчас будет часть славы. И именно эту часть я ненавижу. Я ее писец ненавижу. Ракетницу дают. Угу. Очень пригодится в борьбе с малыми биомеханоидами. Вот она. Вот это самая жесткая часть славы. О! Полетели мои дорогие гарпии. Я их тоже всем сердцем ненавижу на этой части. Да и почему они появляются только тут? И больше, блин, нигде. Окей, мы их всех победили. Так, пусть его снаряд улетает за 3-9 земель, но не... Ах ты ж! Ах ты, драй, собачья! На тебе! На тебе! Чё не попал-то? На тебе. На. Ладно. Главное, что мы их всех победили. Все. Сохраняемся на этой части. Там еще будет какое-то халявное сердце, которое выпадает прям редко. Но не всегда оно выпадает. Оно выпадает всегда, но оно очень долго появляется. Эту часть ненавижу из-за вот этой платформы, из-за вот этого долбанного паркура. Это нереально. Понимаете, это нереально. Я задолбываюсь постоянно, когда попадаю в лаву. Мне бесит постоянно пробираться до этой части. И бесит меня загружать эти долбанные сохранения в этой части. Именно поэтому меня бесит эта часть. А еще враги там. Понимаете, я эту часть ненавижу больше всего. О! Еще одни мои нелюбимые враги. Замолкни-то там, плиз. Так. Теперь давай их. Рашить. Не скидывайте меня, плиз, ребята. Ребята, не скидывайте. Ой, блин! Нет, плиз. Так, ладно. Ладно. Идем мы, короче, обратно. Опа. Опа. Да блин! Ой, твою мать.
По-моему, это забавно, когда вот этот домик рухнул, плавает по лавовому озеру. Это вот даже забавно выглядит. Опа. Да ну! Есть. Как я говорил, ручки не сдаются. Сохранение. Сохранение очень важно, как и вся наша параша. Да блин. Я не знаю, как придумать рифму. Так, давай. Опа. Да. Ну, давай, 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 давай. Опа. Я спич. А, нет, ну нет, ну нет, ну нет, ну нет. Давай. Это прохождение, то реально можно найти где-то час, а то и больше. Потому что на нормале эти вторая часть, ну, писец сложная. Оп! Не, все, меня достало это. Я использую чит-код. Я не обещал, что я не буду пользоваться чит-кодами, я ими буду. Потому что это нереально без них. Все, мы добрались до сюда. Угадайте теперь что? Да. Опять они. Опять эти твари. Лучше сначала сбивать этих. О, он там, кажись. Они. Да ты чё, они там появились? Как мы можем грохнуть его? А, вот. Давай, грохнем, грохнем, грохнем. Отгрохнул. Отгрохнул я его как можно. Вам. А, ну больно же, народ, больно. И прокиньте, чё? Этот застранец там пожидал где-то внизу. Ой, мы его меня достали. А, ты вот еще. Не, я сейчас долетаю до сюда. Все. Вот. Что? Ты даже тут-то. Так, ладно, мы добрали, мы прошли эту часть славы. Доходим до сюда. До части перед самой жесткой. Во! Мистер Лягух. Отличная работа, Сэм. Твой паркур меня даже на сих вдохновил. Стоун Сэм над лавой скачет, лазер во всех хреначит. Хочешь, чтобы были цели? Целый запас ракет, любимые кеды. Та-дам! Айден Трикса поэтесса. Ладно, поесть это хорошо, но посмотри, похоже, что лягуха в шляпе мирная. Думаю, что воспользуюсь его услугами извозчика, нет? Ну, вообще, да. Но потом будет кое-что забавное. Садимся сюда. И поп. Давайте сейчас. Дальше за морды. Оп! Они убили фрога! Сволочи! Опа! Это очередная секреточка. Секретный враг. Они убили фроги! Ну и пасхалочка на южный парк. Они убили фрога! Сволочи! Ох, кладовая! Ох, кладовая! Столько запасов! Сейчас нажремся. Ладно, нажраться боеприпасами нереально. Ими можно только запастись. А это мне просто жать пошел.
Так, что мы собрали все это? Откуда? Вот так? Да. Забираемся вот сюда. Парящие платформы. Опа. Хотя, по-моему, можно и без прыжка до сюда добраться. Так. Это еще легко. Так, давай дробовик берем. Опа. Вот в этой части обязательно придется воспользоваться чит-кодом. Потому что... Во! И крошится голова. О, будь я живым, то у меня закружилась бы голова. Похоже, это очередная загадка, Сэм. Пора с кем мозгами, смотрите, используй револьвер Люк. Револьвер Люк, чё? Кто-то вообще понял? Я вот не понял. Так, погоди. Используй револьвер Люк. Я что-то вообще не понял. Что за фигню? Что за фигню? Так понял, опа. Опа. Вот кто понял, как это проходить? Вот кто понял, как это проходить-то? Вот эту часть, по-моему, нереально пройти без чит-кода. Что как бы я ни пытался, я там всегда умирал в этих долбанных шипах. А в этот вообще не реагируется никак. Короче, чит-код всегда помощь. Да блин. Теперь я буду еще страдать от неправильного написания чит-кода. Вот это невыносимо. Ладно. Вообще никак не реагирует. То же самое и тут. Вот как до сюда можно спокойно добраться без чит-кода, а? Давай, давай, отключаем чит-код. Если вдруг это посмотрит автор, хотя это маловероятно, то, блин, сделает чуть-чуть полегче. Как, чтобы этого было возможно пройти. Давай. Кукурбита, ты поголовый, иди нахрен. Опа. Дробовиком во всех хреначу. Ну. А что так резко-то? Что так резко, алло? Нет! Нет, плиз, не бывайте, у меня семья. У меня семья есть, дети! Хотя, какие у меня дети в 13 лет? Я наш какие дети? Младшие, блин. Братья, брат, сестра. Давай, 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 давай. Все, взрослый арахноид подох. А вот тут, сейчас... А вот этот, ладно, он тоже сдох. Так, плиз, не убивайте, плиз, не убивайте. Не убивайте, не убивайте, не убивайте. Не убивайте. У меня хп-то всего 9. Еще один выстрел по мне, и я сдохну. Это тоже нормально работать на этого чудика. Это чудо-юдо. Чудо с переулочка. А как правильно? 2, 3, 4, 5. Все, валим. Повезло, повезло. Так. Пещера. Угу. Я читать-то не буду, сами читайте. Когда пример закончится, почитайте сами. Нет, надо тут сохраниться. Там. Стоим и ждем.
Что? Это как? Я просто наступил на эту лестницу, я подох. Прекрасно. Надо, короче, стоять и ждать. Вот там выход. Это мне напомнило, какой там я шестой или четвертый в моде 10.6. Он точно так же выглядит. Только там еще и лес. Все, мы добежали до сюда. Последняя секретка будет перед предпоследней частью. Ладно. Едем мы наверх. Что это за люди хоть на гравюрах? Это что-то типа богов племени Майя, я не знаю. О! Вот эта часть, по сути, спокойная. Но с низким ХП это жесткие проблемы. С низким ХП это жесткие проблемы. Он слез. Все. А, вот он. Все. Вон там, сразу говорю, ничего нету. Просто ничего. О, тут нифига нету. Так. А тут уже не знаю, что делать. Тихо, 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 все, все, спокойно. Спокойно, люди, спокойно. Видите, как сейчас плохо? Ладно, постреляю вот так. Все, убил. Так. Какие запасы? Вот. Найден секретный болван. Эй, найден секретный болван. Его убить нереально, по сути. Его нереально убить. Так вообще. Как бы ты ни пытался его убить, нереально. Собираем, собираем, собираем. Все это собираем. Пушка. На этой части я буду очень много страдать. Прям очень много буду не страдать. Потому что это же я. Заходим. Сразу сохранение. Пирамида чая. Вот это громадина, потрясающая, не правда ли? В дальних текстах эту пирамиду называли не иначе, как пирамида в пирамиде. Возможно, из-за усиленной многократной обороны. После первой попытки врагу забрать легендарный вкусный чай. Думаю, нас ждет не менее сопротивление голоса ментала, который по поручению хозяина затем уже отправили сюда. Ментал тоже любит вкусный чай. Может, усвоить чаепитие, как встретитесь? М? Хотя это мне уже совсем да. В общем, мочи их. Угу. Идем. Вот. Я вот всегда знал, чем больше просто, чем больше места, тем больше от него неприятностей. Я вот это знал. Знаете, я знал еще давно, когда только проходил первый раз этого Сэма. Ну и вообще эту карту.
Это да, на новичке играл, а теперь-то я уже на обычной сложности играю. И понимаете, я сдох на ней где-то раз 50. На каждой, блин, части этого боя. За исключением первой. Быки, привет! Ну, первая часть не особо сложная, а после подбора минигана начинается самый лютый бушит. Слэнг в студию. Так, теперь самое настоящее веселье под названием «Постреляй в этих рептилоидов и не попадись сам на их снаряды». Потому что иначе тебе хана. Так, ну вроде бы я все, я попал по ним. Да, я по ним попал. Бамс. Всё, окей. Понятненько все. Все, миниган. Ладно, давай. Теперь самое главное. Берем все это и сматываемся сюда. Потому что там больше всего там. Давай, да. Короче, я не знаю, что сказал. Тут врагов сейчас будет просто куча. Их тут будет почти все поле. Такое почти. Прям все поле будет занято ими. На вышках будут рептилоиды. На все площади будут эти кукурузы, камикадзе, зорги. И это все будет пиздец как сложно. Вот когда вы будете проходить эту часть на обычную, то вы с моим навыком, с моими скиллами, то вы поймете всю мою боль. Возможно, я тут не буду умирать, как тогда, а пройду нормально, профи, но хз, посмотрим. Сначала убиваем этих рептилоидов, а одних больше проблем. Да я хоть урашу. Ладно, ладно, ладно. Вот сейчас все сами видите, сколько тут этих тварей. Именно из-за этого количества у меня просто начинаются нервные срывы. Так, окей, их я порашил спокойно. Сейчас, походу, быки нападут, потому что с ними-то я расправился, и сейчас будут быки. Да, все, я прав, они побежали. Ну и, короче, все, я сдох. Все, я сдыхаю. И опять же сдох. На этой части всегда вы должны всегда следить за своим здоровьем. Иначе вам... Да. Этих быков тут просто будет целая орда. Как и в тот раз. Не, я не совсем этими зоргами расправился. Но... Я не... Вот именно поэтому я ненавижу эту часть. Из-за большого количества врагов. А к концу же станет еще тяжелее. Да. Скелеты будут... Роботы эти, големы еще вдобавок. Это балдеж. Это просто, блин, балдеж. Автор, спасибо. Опа. Теперь рашим в них миниганом.
И надо добежать вот до сюда где-то. Хотя, не факт, что мы добежим. У меня уже кончилась сверхскорость. Зато еще остался супер ущерб. А, все, мы уже добежали. Мы уже добежали, по сути. Все. Мы не победили. Вот надеюсь, вы сейчас понимаете всю мою боль, которую я ощущаю во время прохождения этой части. Бежим, да. Ну-ка, а если вот так? А так даже быстрее. Потому что меньше патронов тратится на их избиение. Ой, там, вон там. Не, надо сначала бежать к той сверхскорости. Хотя, я уже запутался что-то. Значит, собираем все это. Берем сверхскорость, добегаем до супер ущерба. И, успокойтесь. Успокойтесь вот там. Я сейчас просто буду стучать по столу. 23.19. Прекрасно. Хотя, возможно, тут не будет бандикут, так это уже конец уровня. С последней части. Нет, Все. Собрал. Опа! Вот так надо хреначить по ним. Понятно, вот так надо их бить. Вот так надо убивать. Я сбиваю просто кучу этих бычар. Быки-оборотни все, свалите вот к черту. Бегите к черту на куличиках. Только от меня отстаньте. Так у меня сейчас кончится супер ущерб, но ладно. Главное, что у меня много хп. А теперь... Приветствую вас, мои уважаемые рептилоиды. Все, у меня, теперь кончилось все. Сверхскорость, супер ущерб, молодежь. Так. Тут сейчас еще должны появиться скелеты, быки, големы. Только я хз где? Они тут тоже должны появиться. Ага, вот. Вроде столько должно хватить. Я по нему, походу, вообще не попадаю. Алло. А, вот, точняк. Не, я лучше из миниган на него постреляю. Так будет эффективно все. Все, я пробил. Оп, все. Берем. И приветствую вас, мои уважаемые и самые нелюбимые враги в серьезном Сэме. Как же я рад, что мы снова встретились с вами. Конечно же, в скобочках. А так я вас ненавижу. Впрочем, как и всегда. Давай, хренач, по ним осталось не так много врагов. Ну, в этот раз я не умираю по 50 раз, как в тот раз. Прекрасно. Давай. Нужен супер ущерб, а еще сверхскорость.
чтобы прекрасно рашить их. Беру миниган, блин. Давай. Ух ты. Видали? Видали, как я увернулся? Тудумс. Тудумс. Теперь я сейчас скажу пару слов этому, моему самому ненавистному человеку Флауи, который раньше мне был другом. В общем, раз ты заснял только одну часть вкусного чая, так я засниму, так я заснял целых две части. И на запись причем. Ха-ха. Прям полностью на премьере, блин. Так что выкуси, скотина. Так, ладно, меньше слов, больше дела. Давай. Тудух! Все, жопа. Жопа пришла. Бам-бам-бам. Я сейчас просто вспомнил модклипи. Панфлип-аут. Как это? Я все хлопаю за мою тупость. Надо сначала сбивать големов и арахноидов. От них больше всего проблем. Клиры не настолько жирные и опасные, поэтому они напоследок. Так, уйдите. Уйдите. Ребята, уйдите. Свинца хватит на все. Бесплатные билеты в ад обеспечены. Пошла настоящая фантастика. Я хочу добавить фраз Сэма. Ребята, бесплатные билеты в ад обеспечены. Пылесос в купе. Миниган в печень никто не вечен. Понятно? Прекрасные звуки изображения выстрелов из пушки. Я мастер, блин, изображать звуки выстрелов из пушки. Оскар мне, блин. Возьми за сарказм, не надо ничего. Ну возьмись. Все, быстро туда. Друг, все. Беги. Опа, все. Теперь хорошо остальных. Ну-ка, может быть даже с миниганами их убивать. По сути, у меня есть супер ущерб, который добавляет очень много к обычному урону. Ну, только если еще быть аккуратным. Блин, почему не сохраняюсь часто, а? Вообще туплю. Господи, ладно. Он даже быстрее, чем стрелять из пушки. Короче, когда проходите вот эту часть, обязательно убедитесь, что у вас есть сверхскорость и суперущерб. Суперущерб не обязательно, но у вас сверхскорость обязательно должна быть. Так, с помощью нее вы очень быстро сможете убежать от проблем. Во! Потрясно, слушайте! Потрясно! Ну-ка, давай сейчас барашим из миниганчика. Так, нет, давайте перед каждой такой волной сохраняться. Выбирайте долбом супруща. Берем миниган и рашим.
Раш. Вот как надо проходить, народ. Вот как надо проходить. Вот, видите? Видите, как надо? Вот так вот надо всегда проходить такие вот, такие моменты. Ой, у меня сейчас мини-патроны закончатся. Перехожу на мини... Ой, блин, на лазерку. Помните ту фразу, которую рассказывал? Миниган в печи, никто не вечен. А вот новая фразочка для игры Серёжа Розена. Но не факт, что её добавят. Вот при подборе минигана. Миниган в печи, никто не вечен. Это был прекрасно. Как я помню, Огурчик еще может делать собственную озвучку своего на картах. Он может добавить. И научить. Блин, я хуже. Раз он умеет добавлять такое, то пусть добавит такое. Миниган в печень, никто не вечен. Это будет прекрасно, сейчас говорю. Все, наконец-то, мы прошли это. Да. Сколько там, кстати? 1135 из 1136. Остается только босс. Да, тут еще будет босс. Но он будет не один, а еще где-то 8 прихвостней его. Окей, добегаем до сюда. Все, мы добежали. Собираем все это. Опа, здоровье, броня, боеприпасы. Все, теперь последняя битва. Погнали. Вверх. А, ну теперь ясно, что мы имели в виду древние. Буквальненько, я бы сказала. В этой пирамиде хранится легендарный вкусный чай. И я не думаю, что менты от него так просто отступятся. Готовься к тяжелой схватке. Берем пушку, сохраняемся и... Здравствуй, голем! Тут еще играет мой самый любимый трек из второго пришествия. Ладно, сейчас поставлю на паузу, просто послушайте. Поставьте желательно на громко, максимум. Так, ладно, послушали, хватит. Он никто не отменял. Возвращаю обычную громкость. Как в армии все записи. И, давайте, добиваем. И сейчас появятся хуя какие, блин, рептилоиды. Все, вот они появились. И их тут будет где-то 8. По 4 с каждой стороны. Так что и при том они немного сносят. Если нет брони, хотя есть. Они много очень сносят. Так что надейтесь остаться в живых до конца этого боя. Я охренею постоянно с этой музыки. Я от нее кайфую. Называется Mash Freaking Hoppers. Если вдруг кому-то понравится, захотите послушать. Марш Фрекинг Хоппинс называется. Еще самое главное, это все слитно. Марш Фрекинг Хоппинс. Так, ладно. Эти рептилоиды меня сейчас грохнут. Убью своими фаерболами. Опа. Давай. Блин. И еще, если вы вдруг захотите укрыться на той пирамиде, и остановиться там, то ни хрена подобного. Они могут просто залезть на эту пирамиду и вас там отпинать. Пинать, поцарапать, попустить и так далее. Короче, очень весело тут, там, видите ли. Вот. Видали?
80 сносим. Ну, конечно же, я не сохранился перед рептилоидами, так что давайте заново убивать этого долбанного голема. Но это то быстрее. От миниган или лазерного ружья он умирает чуть помедленнее, так что лучше уж пушку использовать, чем все это. Все. Теперь пошли они. О, блин, что вы так больно-то бьете, алло? А, блин, сняк. Лавовый снаряд даже по 20 где-то сносит. Что там? 2-2-2-2-2-2-2. Давай, 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 ну убивай ты их поскорее, алло. Надо еще постоянно заботиться о сверхскорости, потому что эти рептилоиды, они быстрые. Судя по огромным размерам, могут легко убить, как вы видели уже. Так, иди ты нахрен. Когда мне забрать ту сверхскорость? Блин, что так больно? Что так больно, люди? Люди, блин! Какие они люди? Это рептилоиды, мать твою! Вам, может быть, по слабому месту мужиков бить? Я не хочу выражаться грубо, поэтому вот так вот говорить. Ой, блин, у меня сейчас это... Для скорости исчезнет. Все, она исчезла. Блин, я об этом что-то не подумал. Короче. Ах, блин. Блин, все, жопа. Хотя не, не жопа, все окей. Окей, попробую сейчас похреначить их с лазером. Может, какой-то эффект тут будет. Как не серьезно, но будет. Не, они от лазера или маяка дамажатся быстрее, чем от пушки. Эта пушка все-таки долго заряжается. Так плюс еще ядер где-то 11 надо. А тут бац, и быстренько-то взяли, помочили с двух обоим и все. Смазать. Хотя, может быть, с одной обоим, я не знаю. Я не знаю, на какую сложность играете, так что... Давай, 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 давай. И еще еще эти побежали. А новички это все проходит за 2-3. А вот на обычные минут за 5-8. Нет, тебе сейчас не хватит. Я хочу сказать... где? Ё-моё, повезло, повезло! Господи, дарашись, это уже нормально. Да ё-моё. Ну-ка, если с ракетницы? Так тоже быстро. Все, победа. После этого видео вы наверняка захотите чайку попить. Ну, если да, то идите наводить себе чайочек. Смотрите, 1144 врага из 1136. И 4 секретика из 4. Музыка из титров. Все как обычно. Удивительно, что тут отсутствует буква Ё. И вот, наконец, Сэм нашел вкусный чай, что источал изысканный, превосходный аромат заварки. Находясь в фаянсовом бабушкином чайнике,
Прибодрившись им, Сэм отправился дальше сражаться с темной армией Ментала. Спасибо за игру. Автор карты Golden, нижний подчеркнет, Darkness. Конец. Я тебя очень уважаю, чувак, что ты так долго делал эту карту. Но, пожалуйста, можно ей сделать чуточку полегче, чтобы не пришлось использовать эти долбанные чит-коды. Как на том части, где сначала падаешь, а потом с чит-кодом. Мы, короче, поняли. Я не знаю, как это можно спокойно пройти без чит-кодов, но ладно. В общем, мы прошли эти две карты. Вышло там где-то на час, но я посмотрел. Ну, еще очень повезло, что тут мне не пришлось снимать все по очередям. Так что наслаждайтесь без бандиката. В общем, это моя премьера подходит к концу. Всем удачи, всем пока.